Несколько лет назад я встречался с девушкой, но она меня удивила своим заявлением. Я хотела бы, чтобы ты был богаче. Насколько богаче, ответил я. Думаю, на миллион. А ничего, что я выбрал себе девушку согласно своему, либо ее статусу. И был бы я богаче на миллион, о ее выборе не было и речи. Мужчина такой, он меняет только то, что перестало работать. А то, что работает, он не будет трогать, чтобы оно не сломалось. У нас много в жизни проблем, чтобы еще менять то, что работает. В отличие от кого? От женщины. Женщины так устроены, что нужно все улучшать. Все улучшать. Даже если хорошо работать, надо улучшить. Валера хороший, но... Мой муж очень хороший человек. Он любит детей. Он отличный семьянин. Он щедрый и богатый бизнесмен. Он великолепный любовник. Опитая. Но! Сука! Что ж там но? Хотелось бы улучшить его еще немножечко. А мужчина живет в таком мире и понимает, какой смысл мне улучшаться? Я он улучшился, и что? Какие мне это дало бонусы? Кто это заметил? Она тут же решила, что делать? Продолжать меня улучшать?